Ребята, сейчас у нас срочное включение. Помните? Короче, я Егору уже показал свой причал, который строил. Я, короче, вышел из Майнкрафта с ним. Мы хотели записать серию, но нам мешали. Вот тут вот был скелет. Зомби сидящий. И вот взорвалось все. Ё-моё. Я только что зашел в игру, а тут уже все взорвалось, оказывается. Я сейчас даже не представляю, что надо делать. Вот, скорее всего, про то выходили, убить и убивать их. Блин, тут так много взорвалось. Я же все строил очень долго. Ой, я же могу. А я могу их? Да он стреляет. Блин, я же поставила вот так, чтобы выиграть. Стоп, а где я? Ну вот где мы ее сауним с самого начала. Когда создавали карту. А блин, вы что сделаете? Гордо, если ты строишь эту серию. Ой, смотришь эту серию. Короче, сегодня мы вечером, я надеюсь, буду у Егора. Ну или вашей девушкой. Блин, вот они. Блин. А у меня нету. Блин, он что, меня видит? Блин, ничего почти не осталось. Быстро. Умеет вверх стрелять, что? Почему я не могу? Я же не так далеко же. Блин, ребята, это срочное включение. Мы отбиваем свою территорию. Да как он? Блин, вот так. Да, зомби, молодец. Блин, ребята. Что ж я так раньше не понимаю? Я, конечно, захожу, думаю, поснимаю сейчас. Построю до конца этот дом наш. А вот тут вот что. Капец. Ребята, это не я реально сделал. Многие могут подумать, что это типа я сделал. Чтобы серию записать, но нет. Блин, я бы свой дом не взорвал. Блин, еще кровати же были, они что еще? Блин, криперов никогда не любил. Блин, ничего полезного никогда в жизни не делали. Ё-моё, ребята, тут же... Придется экономить. Ну, из-за этого сделаем хату поменьше. Блин, а тут кровати нету. Блин, что-то. Блин, было все. Из-за этого придется поменьше, потому что у меня древесины вообще нету. Ну, сегодня, надеюсь, мы отстроим с вами домик. Блин, чтобы мы так с Егором не расстраивались, пишите хэштег. Хэштег это базовый. Нет, это... Блин, паром. Это наш паром был. Блин, я же его строил около... Ну, примерно, знаете, как у меня идет серия, я примерно столько... Его делаю. Вот он ты. Еще один, что тут крит? А, я же так могу. Брат, поздравляю меня. Блин, хотел его ударить.
зато ближе к дому. Что там можно было сделать с овечкой? Сесть на нее? Что? Там была какая-то надпись. А, может, подстричь была? Ладно, пофиг. Капец, ребята, да я не знаю, что делать. Знаете, это просто такой экстренный случай. Экстренное включение. Ой, как раз у нас есть белая кровать. Белые кровати откуда-то, я фиг знаю. Фиг знаю. Да, у нас же... Если у нас есть дерево, это хорошо. Скорее всего, у нас его нету и придется пойти его рубать. У меня нету. И тут даже нету. Да блин. Но же тут есть дерево. Нет. Так, панорама вроде бы все нормально. Блин, вы что издеваетесь? Тут комната Егора. А почему кровати нету? Я еще поставить не могу? Итак, почему я не могу? Сейчас Майнкрафт. Майнкрафт, алло. Почему я не могу поставить кровать? Живо. Это мой балкончик. А что? Странно. Не, ну, не. Третий этаж. А, нет, мы сейчас... Блин, мы сейчас на третьем. В складе, на складе же. Должно быть. Что-то, я же... Ну да, тут есть что-то. Ну, что-то может пригодиться. Лопата. Да, мало чего есть. Ладно, стоп, а где броня? Ладно, но... Ну ладно, мне занять такое экстренное включение бедствия. Это уже будет, значит, 7-й день. Ну, в общем-то, да, ребята, с вами был Дегос. Всем удачи и всем пока.